Применение мирного атома в энергетике, медицине и науке обсудили в Алматы ученые, преподаватели и студенты Сатпаев университета. Источники возобновляемой энергетики требуют гораздо больше площади, чем атомные установки, говорит заведующий лабораторией ядерной физики Игорь Лебедев. Но вместе с тем все виды энергии важны и дополняют друг друга. Допустим, ветрогенерация зависит от ветра. Солнечная энергетика требует существенных площадей, и она работает, ну, фактически только когда хорошая погода, когда светит солнце. Вот, поэтому все виды энергии, они как-то дополняют. Но вот то, что касается атомной энергетики, она является на данный момент самой энергоэффективной.